учишься читать и писать. Как представители высших каст. Доброе утро, мам. Папа уже ушел. Привет. Он в мастерской. Привет, милая. По мировому бестселлеру «Сплетение». Эй, сейчас моя очередь играть. Эй, ребята, эй, хватит ссориться. Эй, ты, бери и мети. Убирайся! Что это? Это сделал учитель. Нам нужно уехать отсюда. Ты что задумала? Это запрещено. Мама, куда мы идем так рано? Там моя дочь! Папа! Мам, там папа! Стойте! Папа, ну уже догоняй! Папа! Жизни трех женщин. Джулия, твой отец пропал. Что с вами? Оказались сплетены. У нас же куча долгов. Что теперь с нами будет? Поверьте, шансы всегда есть. Ты же справишься с этим. Невидимой нитью судьбы. Ты что, спишь с этим иностранцем? Позорище! А ты хотела продать меня богатому уроду, чтобы покрыть все наши долги. И кто же из нас с тобой позорище? Моя мама никогда не путешествовала. Но оказалось, что ее жизнь связана с судьбой двух женщин, которых она даже не знала. Это настоящее чудо. Оно называется «Сплетение судеб». Трогательный, полный гуманизма, невероятно эмоциональный. Для поклонников «Ешь, молись, люби». «Сплетение судеб». В кино с 30 мая.